Всем привет, ребят, с вами Алексей, и мы снова, в конце концов, продолжаем проходить Алису. Я, в конце концов, заставил себя начать ее проходить снова. Если кто не в курсах, я заболел. То не хотелось записывать, то у меня просто-напросто голоса не было. Если вас не устроит мой голос, то я не буду ничего записывать, а пока что мы все-таки продолжим. Сейчас у меня все более-менее. Кстати, мы в каком-то другом месте, мы поднимаемся на какую-то башню. Или не башню, не знаю. Но поблизости вообще ничего нету. Облака, причем красные. Необычно все это. Какое-то рисованное все стало, заметьте. Так и должно быть, или у меня текстура не прорисовывается? Реально рисовано какое-то все. В некоторых местах. Или везде. О, гусеницы. Наконец-то мы с тобой увиделись. Она не настоящая, что ли? Problems you refuse to deal with don't exist. You deny reality. That's not right. I know what's real. No? Then you allow others to tell you what isn't real. Now, come inside. Он не договорил. То есть он пропускает меня внутрь таким нестандартным способом. А, кокон, я понял. Он перерождается в бабочку. Так получается? То есть с ним мы уже не поговорим. My memories are shattered. This wicked train has ruined nearly all I can recall. And Wonderland will perish completely as I lose my mind. So much has changed. I can't help Wonderland if I can't help myself. Much has changed, but you got it backwards. Save Wonderland and you may save yourself. The carpenter was onto something, but he was hiding from the real. Your goal is to accept it. Where should I go then? What should I do? The queen must be served, Alice. The queen. А, червонная королева, да. Must always be served. Мне без нее не обойтись, но она ведь враг мой получается. О, он просыпается. Как она может остановить рост разрушения или помочь мне в поиске? Что она знает, чего не знаю я? Это ведь он? Она одна из тех, кого ты знала и любила. Время меняет нас всех. Не все перемены хороши. Помни об этом, когда найдешь королеву. Но ведь его перемены неизбежны. Он ведь гусеница. И он становится бабочкой. Почему она, я не понимаю? Это же он, по идее. Или гусеница в смысле род женский. Время меняет нас всех. Все, по всей видимости. Гусеница улетела. А, я так понимаю, мы возвращаемся в реальный мир. В кабинете у своего какого-то там... У кого именно, я не помню. Но что-то происходит. Howling outside the old lady, muttering about a murder in Threadneedle Street, cursing insects on the National Railroad. Had to bring her in, didn't I? Cha-cha-cha-cha, menace to herself. But no danger to have her, surely. She don't belong in jail. What именно? But where then does she belong? Let's walk her out. Выпусти меня. Send her back to Dr. Bambi. He raised holy hell last time I kicked her out. А, доктор Бамби? Oh, what happened? Она была у него? В ту же ночь Джек Сплеттер, этот ублюдок, был схвачен за то, что распотрошил толстяка неподалеку от русалки. И я сопровождал Алису, когда мы встретили двух полицейских, которые вели Джека к камерам. Он пел свою обычную песню «Это не я, вы схватили не того», но лишь при взгляде на Алису он завопил. «Вот та сучка, что сделала это!» Она кричит: «Ты жалкая дворняга, ты пиявка, ты личинка, живешь за счет других» и так далее и тому подобное. Я восхищаюсь ее поведением на допросе. Но внезапно она начинает бить себя по голове или что-то вроде того и падает в обморок. Опять? Мне стоило отвезти ее домой. Да, недолго мы были. Так это было или нет? А, в смысле, это рассказывает прошлое, когда они ввели ее в камеру или что? Когда там был какой-то Джек.
Так, тут ребята сидят. Он всегда норовил спуститься к камерам, стоило ему протрезветь. Его товарищам не сильно нравилось, когда он блевал в клетках. Большинство бродяг предпочитает провести ночь в заключении, нежели на улице под... под чем? Ну там не листается больше. Под холодом, не знаю, под асфальтом. Под асфальтом, что я говорю. Ну, забыл уже, как называется. Под крышей, что ли? Типа того, в общем. Сразу идем на выход. Пошариться нигде нельзя. Ничего сделать нельзя. То есть мы пешком пойдем домой? Нас никто не заберет? Это о ком говорится? Он, что ли? Ну, да, наверное. Тут у них у всех вид такой неприметный. О, как светло-то. Чересчур, по-моему. Чё опять такое? Чё-то ей все хуже и хуже. Я понял. Мы опять возвращаемся в Страну Чудес. И путь у нас всего один. Напрямик. Ты кто? Тоже, видимо, болен чем-то. Мы так мало проводим времени в реальном мире. Сердечко обозначает Червоную Королеву. Кровища, щупальца всякие. Да уж. Джойстик трясется, капец как. Неспроста, видимо. Она там не шибет себе ничего. Нормально пролетит. Ну вот мы возвращаемся. Во, и снова возвращаемся в свой прежний облик. Лучший облик. Какое красивое место. Беды не предвещает никакой. Абсолютно. Карты. Я плохо знаю карты, это... Вот 5 я знаю, 5, 2. Есть черви, есть тузы, есть что-то еще. Я так давно не играл в карты, что не помню никаких обозначений. Абсолютно ничего не помню. Такая спокойная музыка. А, стоп, ты где? Я тебя слышу. Он прям подо мной, да? Ты где? Он подо мной, по-любому. Нет? Хрюша, ты где? Я где-то внизу слышу его или впереди. Да его нет нигде, я вот не могу. Я на облаках вообще где-то далеко-далеко. На том уровне, где летают самолеты обычно. Там домик находится еще, стоп. Опа, ты невидимый что ли? Окей, будем использовать невидимку почаще в этом месте. Надеюсь, мои призы будут видимыми. Или мой приз это карты, с помощью которых я пройду наверх. Дают мне путь к воспоминанию о семье. Блин, я не успеваю. Что-то она папе велела. Кто-то ее трогал. Я не успел. Такая легкая музыка. Легкая психоделика. Как мне по ним пройти? Как мне зубы взять? Ничего невидимого не появляется. И путь туда не обозначен. Хотя, стоп.
Есть вероятность, что я пройду вот тем путем, как-то вот так кругом обойду. Потому что мне надо явно идти к замку. Там, возможно, та самая королева. Причем замок-то воздушный. Карта на воздухе. Еще золотой зубчик. Только не упади, фу. А то ничего не видно. А то я уж боюсь. Так, взяли. То ли напрямик идти, то ли... Золотой зубчик. А, бутылочка. Бутылочка, это хорошо. Тебя я не упущу. Фу. Все, все взял. И дальше идти некуда. Собственно, это место только для того, чтобы я взял все зубы здесь. Все везде собрал, я успею. А дальше путь не подскажете? Вон там я зуб еще вижу, я не стал брать его, потому что там остальные зубы чуть дальше еще находятся. Там я точно не пролечу. Что-то я не понимаю. Дальше-то куда идти? Ой, что-то она прыжок сделала как-то слишком мелко. В невесомости. Я не понимаю. Там мы прошли, там тупик, там пусто вообще. Там идти некуда. В общем, поищем. Ага, вон там зуб, тут тоже зуб. Значит, нужно сделать так, чтобы что-то появилось. А, в смысле? Карты появляются, когда я... А, нет, они сами появляются. Из ниоткуда. Ничего себе здесь. Довольно мирное место. Серьезно. Никого убивать не надо. Никто меня убивать не собирается. Я просто хожу, вот карты выстраиваются, дают мне дорогу, показывают, куда идти. Я еще кое-кого слышу. Тут чисто ориентация по звукам. Так, по идее, было всегда, потому что ты не всегда мог их увидеть, ты всегда ориентировался по звуку. Поэтому особо-то ничего не меняется. А что в домике находится? Скорее всего, зря, потому что сейчас я в него зайду, и что-нибудь произойдет. По-любому же. Что-то я боюсь с него идти. Стоп. Сначала я возьму золотой зуб. А потом мы вернемся. Я, блин, не успел. Ну, так-то да, путь всего один. Тут я беру зубик. Больше никуда не продвигаюсь. И иду в замок. Карточный домик. Правда, он не как домик, он как замок. Вон там короли... Королевы... Были еще эти самые, как там они назывались, это что, как Алиса, что ли? По всей видимости, да. Кто там в картах есть? Есть короли, вот как они называются эти еще, я забыл совсем. Совсем забыл. По званию там, по-моему, ниже, чем дама и чем король. То есть не королева, а дама получается, да? Дама говорилась. Так, ладно, зубы зубами. Зубы зубами. У меня уже 700. Что я могу сделать? А, перцы, молку, лошадку. Вообще, я люблю все поровну улучшать. Возможно, лошадка тоже не поможет. Очень даже неплохо поможет, поэтому все-таки... Да. Мощнее сделаем ее. Глава 4, как-никак. Она угроза для самой себя. Оно абсолютно безопасно для окружающих. Ей не место в тюрьме. Оставьте ее обратно. Отправьте ее обратно к доктору Бамби. Охранник тюрьмы, которого мы слушали до этого. Собственно, он об этом и говорил. Какая необычная локация.
Мне по душе. Тихая, спокойная, никого нету. Гуляешь по ней. И все. Собираешь, прыгаешь. Ну, в общем, самый обычный процесс. Надо невидимок просматривать, мало ли. Ну, я так понимаю, что кроме как... Опа. Это... Что это? А, воспоминания? Better to cast such things into the dark depths of Lethe, the river of forgetfulness. Темные глубины Леты. Леты. Кто такой Лето? Какой-то писатель, возможно. Там реально было очень ярко. Чересчур много света. А здесь фиалочки. ХП не восполняются. ХП мне не показываются. Значит, не нужно. Ножик, у меня все есть, по идее. Нравится-то я могу, только не с кем. А что изменилось? Я нажал вообще, нет? Или я промазал? А, нет, так не пойдет. Надо и там, и здесь успевать. Успел. Далековато. Далековато. Надеюсь, не временно. Как бы надо подняться выше. Что же мне поможет подняться выше? Допустим, дверь закрылась, я понял. Я не успел. Кнопки подтверждаем. Пока она стоит, мы продвигаемся. Да это нереально. А, она меня выше поднимет. Точно. Она закрывается еще к тому же. Ладно, сначала мы зубы соберем все. Зубы мы тоже не оставляем. Вот, здесь она опускает меня вниз. Я делаю прыжок оттуда. Хотя я могу сделать прыжок прямо отсюда. Быстрее будет. Там еще один замок. Тут замок. Куча замков. Никаких трудностей. А, кроме того, что нужно успеть прийти, прибежать и поставить. Это почти нереально успеть тут. Подними меня выше. Выше подними. Она закрывается уже. Да нет. Да это нереально. Этим путем я возвращаюсь. Это не для того, чтобы я спускался туда. Так, ну как мне успеть-то? Вот она не поднимается сразу, она поднимается только когда оно у меня с кнопок исчезает. Тут я поставлю, допустим, я даже не знаю. Жаль, они не улучшаются. Я поставил бы больше времени, чтобы успеть прийти быстрее. А отсюда я ведь не долечу, скорее всего. Я пытаться даже боюсь, что я не успею. Инфа 100. Возвращаемся. Кое-как, но я сумел. Одна кнопка была, оказывается, для спуска этой платформы, а другая кнопка для открывания двери. Я просто подошел к кнопке, то есть ее нажимаете, отходите, а она открывается и постепенно закрывается. На кнопке стоять вовсе не нужно было. А я трудился, трудился. Все, все взяли. Вот опять меня постраивают. Карты. О! Без полетов. Напугали.
как удобно. Просто идешь и тебе указывают путь. Тебя просто провожают. Никаких трудностей. Ну, там выстроились. А здесь меня спустят как-нибудь, нет? А, точно, вот. Скорее, 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 скорее. Ой, я не успею сейчас. Замечательно. А почему она не спускалась сразу? Я ведь на кнопку нажал, вот она спустила. А, она временно, понятно. Тогда я подожду. Успеваем. Успеваем. Успели. Здесь? Блять! Да какую? Я не думал, что она прям там исчезает. Нужно прям на кнопку встать, чтобы я не упал. А я уже здесь. Маленький чекпоинт имеется. Так, невидимых здесь не будет. Здесь мы полетим. Все легко и просто. Невидимых рюшек я больше не вижу. Часы уже давно пропали. Больше ничего не имеется. Вы что меня опять троллите? Я ведь реально боюсь упасть. Я постоянно падаю. О, покатились, покатились, покатились. Успевает выстраиваться прям подо мной. Да вы что-то слишком поздно мне показываете все это. Я думал, я сам упаду на нее. И прыгать мне не придется. А пришлось. Ведь упасть так можно. Она то появляется, то исчезает. Вот. Теперь здесь все есть. А сразу этого не было. Во, все. Синий грибок означает, что мы переходим на другую локацию. Прежде всего, нужно осмотреться. О, они подсвечиваются? А, показалось. Такие яркие. Ну, что-то не совсем далеко улетел. Но мы загружаемся. О, поменялось все. Вроде карточная, а вроде бы не такое доброе, как тогда. А с них будут выпадать зубы или что? Почернело все везде. Да уж, недолго это продолжалось. Корнями все обросло. Ай. Плесенью всякой. Какие-то шарики. Ни слева, ни справа не безопасно, но один из путей я выбрал. Налево пойдешь, люлей гребешь. Направо пойдешь, тоже люлей гребешь. Так, стоп, бутылочка. Бутылочек мы не упускаем. Так, это все были золотые зубы. Недавно сделал улучшение, уже 300 зубов имеется. Ой, тут у всех не успеешь, блин, раз это самое. Растерялся. То слева, то справа. Офигеть. Вот это виды. Или виды, как там говорится. Платье изменилось. Кот нас снова поддерживает. It had to be done, Cat. You said so yourself. You and this Red Queen cannot both survive. She is a cancer in your body. Excise her or perish. Well, she was the face of evil in the heart of darkness. She didn't treat you too well last time. Lost your head, as I recall. She was completely deranged. You picked up her crown, but now you've put it down. You must speak to her, what's left of her anyway. Так, земли королевы.
Ну, мы поговорим с ней уже в следующей серии. На этом мы пока что приостановимся. Всем спасибо за просмотр, спасибо, что были со мной. С вами был Алексей. Всего хорошего. До встречи.